Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в 7 Day to Die Альфу 15. И в прошлой серии закончили мы на том, что я пытался вот раздолбать этот сейф, я его раздолбал. Вроде оттуда вот приклад, что-то вот это вот повыпадало. В общем, у меня ничего такого, чего бы у меня не было. Правда, тут приклад вот хорошего качества. Это здорово. Также я получил электронику и электрокомпоненты, раздолбав вот здешние какие-то электрические приборы. Панельки какие-то. Так-с. Это у нас деревянный каркасик. Он, наверное, мне пригодится. Я еще шмотки снял. Они меня только излишне утепляют. Все, у нас наконец-то утро. Погнали. И также там всякие различные металлические детали поразламывал, чтобы больше металла получить. Я думаю, пришло время уже тут вот лутануть слегонца. Так. Этот домик я лутал, вообще нет. Там у нас зомби. Я хочу долутать вон то вот место, в котором мы были тогда. Которое я до сих пор не долутал. Опа. Кстати, вот поросенка тоже хочу шлепнуть. Пойдемте-ка погонимся за ним. Что хавать охота. Твой скотина такая. Так, погнались, погнались. Стоять, хряк. О, правильный выбор. Так, жди, а куда он растворился? А, вот он. Иди сюда, зараза такая, а. Чик тебе взад. И давай дубинкой тебя глушить. Опа. Плохой поросенок. Хорошо. Тогда нам сейчас будет иметь смысл домой сбегать. Но пока что, думаю... Ничего страшного, если мы слегонца с мяском побегаем. Тут если зомби какие-то придут, мы им наваляем. Кость нет. Фрейм нет. Остальное, думаю, оставим. Нафиг, короче, в переработку. Эти шмотки мне не пригодятся в ближайшем будущем. Так, он меня тот зомбак может учуять. Еще какой-нибудь. Так, здесь есть возможность забраться сюда. Прикольно. Отсюда таким вот образом оборону держать. Фудмарт. Давайте посмотрим, что там за фуд. Пока что меня не заметили. Тут прям такие некислые ворота. Но они закрыты. Так, фудмарт я не лутал, поэтому давайте-ка зайдем сюда, посмотрим, что тут да как. Вот здесь я был в медицинских этих делах. А там тоже что-то есть в Ганс. Да, там оружие. Но там мины. Вот это я помню дело. На минах я тогда знатно подорвался. Так, здесь что-то явно интересное. Так, во-первых... Ага, этот аппарат кассовый нифига не работает. Банка. Давай, шкафчики. Еще банка. Короче, ничего особо интересного. Так, все скрапаем. Тут у нас, возможно, напитки. Ну, или пустые банки. Пивасик. Может быть, еще пивасик. Тут, по идее, еда должна быть какая-нибудь консервированная, да? Раз это фудмарт. Тут, в общем-то, логика какая-то такая должна быть. Но что-то я пока не вижу. Я бы что-нибудь подъел, на самом деле, немножко. У нас мясо есть, но его еще приготовить надо. Так-с. А здесь тупо вообще ничего. Что-то или мне не везет, или так задумано. Конечно, только банки. Сомнительно. Ладно. Давайте здесь посмотрим на предмет разного полезного. Так, это же надо сломать, потом смотреть. Спасибо. Тупо ничего. А тут? Тоже тупо ничего. Ну, отличный магазин. Топчик. Урну еще не лутнули. Мини-байк для чайников. Мини-байк у меня уже, по-моему, был. Так, здесь водонапорная какая-то вышка. Там вот зомбик.
который меня спалит, я думаю. Как ни крути. Так, вообще тут место-то прикольное. Так, где-то металл. Эй, кирку. Киркой мы значительно шустрее это разломаем. А вот теперь можно и деревянным топориком поработать. Я думаю, сейчас еще немножечко побегать тут округу полутать, а потом, наверное, обороной заняться. А, я гений. Вот же дверь. Окей. Долбился рядом с дверью. Ну, подумаешь, бывает. Всякое бывает, да? Толстовка. Особо не нужна. Что у нас тут по напиткам? Особо ничего. Хорошо. Еще пиво. Пиво, вода и пустая банка. Вообще комбо просто. Чё-то мне это место не так-то и нравится. Должен признать, нифига тут хорошего нет. Меня до сих пор не заметили, что удивительно. Учитывая, что я сейчас с мясом наяриваю. Такс, что у нас здесь? По-моему, я тут тоже внутри не был. Но что-то мне начинает подсказывать, что в этом месте нифига путнего-то и не водится. Вообще, я не так много-то исследовал от карты, да? Чё я тут? По дороге немножко пробежал, забежал в этот городок. Но грех как бы его полностью не залутать. Плюс все необходимое более-менее, да, на начальных этапах мы здесь и нашли. Так, здесь вообще нифига нет. Где-то здесь я еще не все залутал, по-моему, писали тогда в комментариях. О, кролика там что-то прям заколбасило. Давай-ка мы его сейчас захаваем. Есть. Еще мяско нам не повредит. Эй. 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 Куда кролика украли? Прямо из-под носа. Так, я тебе боюсь взорваться где-нибудь. Уже был прецедент. Но там просто сейф был, поэтому... Возможно, это было оправдано, что они там номинировали. Так, здесь подъем есть. Картина, дом на озере. На кой фиг я ее взял вообще? Что, она перерабатывается? Стекло. Так, стекло я пока выкину. Вроде в нем... А, открыто. Вроде в нем необходимости-то у нас и нет. Так, что у нас тут? Ну там вот медицинская эта тема, где я в принципе был. И там достаточно все неплохо. Полутали антибиотики, всякие витаминки. Там-то все хорошо было. Так, ладно. Хотя бы скотч. Короче, ничего интересного здесь как-то и не встречается нам, да? Тут я забыл осмотреть в прошлый раз, видать, перепугу. Очки ботана. Я не хочу. У меня уже были такие. Так, зато я здесь тогда осмотреть успел. Так, вон тут еще мины. Сейф. Так, что у нас? В принципе, время позволяет, а давайте-ка его вскроем. Ну, раз тут мины были, может быть, в нем действительно что-то хорошее. Ну, где-то час игрового времени, может, даже меньше ушло на все про все, да? Довольно-таки быстро и оперативно он разобрался. И в нем... Рукоять пистолета. Ресивер охотничьего ружья. Так, писали в комментариях, чтобы я вот это дело не разбирал, что их можно будет на станке как-то объединять и улучшать. Ну, поэтому, ладно, наверное, возьмем. Старые деньги, наверное, тоже возьмем. Все равно ничего тут лучше нет. Все, нафиг, сваливаем. Сваливаем, наверное, в сторону дома. Надо похавать уже в перспективе. Да. Что у нас температура, да? Температура.
Давай выпьем. И побежали. Луковые руки, так сказать. И вперед. Надо все-таки решиться. Либо немножечко сейчас пробежимся и осмотримся. И от этого будем уже как бы думать, да, стоит ли тут полностью уже заняться, да, обустройством. Либо же немножечко где-то в другом месте. В принципе, здесь не самое удобное место на самом-то деле. С одной стороны. С другой стороны, в принципе, оно достаточно годное. Тут где-то у нас зомбики были. Где-то там. Так, а здесь я вообще даже фреймы не убрал. Офигеть. Да, у меня тут ни дверей, ничего нет, все раздолбано. Но это и не основной дом, это так. Здесь преимущественно готовлю похавать. Давайте насчет похавать. Насколько там минуту на три, типа того. Водичку, много водички. И я могу что заказать? Вареное мясо на все деньги. Даешь. Сало тоже пригодится в теории. Тоже давай. Ну и все пока что. Дальше, что у нас тут по оружию? Рукоять пистолета. Так, а где детали пистолета? Часть пистолета, ствол, рукоять. Вот оно все от пистолета. Охотничье ружье. Где у нас тут охотничье ружье? Так, вот дробовик. Приклад. Еще приклад. Еще приклад. Офигеть, ствол охотничьего ружья. Часть охотничьего, ресивер. Еще ресивер. Понятно. Все охотничье ружье. Очередной ствол обреза и очередная рукоять пистолета. Пускай пока будет так. Здесь у нас еще электроника какая-то подоспела. Так, подожди. Ну, давай вот это так скинем. Тоже скинем, скинем. Скинем. И надо, наверное, пока что сбегать, что-то да поискать. Аирдроп, аирдроп. Аирдроп. Хорошо, наверное. Рядом. Это вообще топово. Погнали. Может быть, что-то хорошее. Я надеюсь на что-то хорошее из аирдропа. Может, какую-нибудь пушку мне? Пушку-нагибушку? Было бы совсем здорово. Так, ты же не в воду, да? Ты же не в воду. Ну, вроде нет. Можно пока кактусов пораздолбать. Юка мне, в принципе... Ну, ой, ё-моё, здрасте, кактус. Юка мне нужна. Как ни крути. О, яйца. Тоже хорошая штука, полезная. Бекончик мутить. Такс. Ну, повезло, что аэродроп прям около меня выпал. В какой-то веке. Что у нас тут? Ресивер пистолета-пулемета. Взять. Схема гвоздомета. Читаем. Аптека и обезболивающий сойдет. Все, распался. Распался. Сундучок, который нам это все дело доставил. Ну так, чуть не особо густо, наверное, как мне кажется. Это что такое? Прочитать. А, слушай, ублюдок, единственная причина, почему ты не мертв, ты мне... Прошу, извините. Ты мне нравишься, верно? Мы наблюдаем за тобой. Нам бы пригодился человек с твоими талантами. Поэтому, если ты справишься с этой маленькой задачей, ты сможешь вступить в сумасшедшую команду. Убить несколько особых зараженных. Очередная какая-то миссия, которую нам тут подкидывают. Давайте, кстати, пока здесь камушек раздолбим. Просто по фасту. И побежали. У нас еще время до вечера вполне себе много. Можно немножечко пробежаться по дороге. Потом, если что, я думаю, заняться все-таки, наверное, укреплением здешней территории. Я просто хочу посмотреть, есть ли тут что-то рядом, чтобы могло служить альтернативой хоть какой-то.
Оу. Ну что это у вас тут такое? Куда это они на нерест пошли? Давайте оббежим их нафиг. Идут все, идут, что? Что им мешать, да? Там вот оленяшка. Еще два. Так, что-то у вас дофига, ребятки. Что это такое? Здесь чего? Так это орда гуляет, что ли, да? Так, очень на то похоже. Так, стоять, олень. Давайте мы пока оленя заловим. Попал? Такс. Попал. Топчик. Хорошо. Пока что оленяху зарежем. Мяса много не бывает. Все нам пригодится. Главное, на себя эту орду не навлечь, которая тут у нас шастает просто так. Так, нельё выкинуть, кости мне тоже пока не надо. Еще мяско, еще салка. Это все нам нужно. Погнали. Такс. Эти все у нас озабоченные зомби проскакали. Вроде да. Вот этот дом, в принципе, вариант, да, вот так стеной обнести. Шипов тоже там понаставить всяких. Пока что я цемент не могу варганить, чтобы эти стены укрепить. А, это жди, это у меня желудок такие звуки издает. Да, я хавать хочу. Погнали. Пора бы подкрепиться. Но если что, то придется полностью в тот дом перемещаться уже. Как бы, да? Схавай. Немножечко дровишек сюда закинем. Ну, давай нам вареного мяса. На все деньги. И сало. Сало сколько там готовится? Минуту. Я тут не посмотрел, минут 50. Ну, все должно, в общем-то, успеть приготовиться. Ресивер пистолета-пулемета. Юка у нас тут подоспела. Такс. Еще мяско подъедим. 53. Давай еще. Больше здоровья становится. Это замечательно просто. Да, я прям так не кисло мясо успеваю схавать. Все, думаю, пойдет. Что у меня там все? Поел. Вроде бы достаточно неплохо. Так, аптека. Что, у меня аптек некуда, да? Это первое. Шкура сюда. У меня еще тут вода есть в прозапасе. В каком-то. А яйца чё? Давай сваришь, что ли. Куда их девать? Это я могу переплавить. Такс. Я, наверное, этим буду позже заниматься. И... так, ресивер. Ресивер, пистолет, снайперская винтовка, приклад пистолета, пулемета. Ну-ка, что мы тут можем собрать? Да, тут еще дофигища деталей, короче, надо для него. Понятно. Погнали, погнали, немножечко разведаем, 3 часа. 3 часа, разведочка все-таки нужна. Ну, что-то мне кажется, что все-таки здесь, наверное, мы и будем обороняться, строиться. Почему бы нет? Чем это место хуже? Здесь подразберем, расчистим. Тут второй этажик, все переделаем. Сделаем какой-нибудь проход тут на стены оттуда туда, чтобы можно было по стенам ходить, оборону держать. Что-нибудь в таком духе. Сейчас, в принципе, если я куда-нибудь забегу, я могу, наверное, переночевать где-нибудь там на крышах или еще что-нибудь. Не обязательно здесь дома тусоваться, да? Постоянно. Можем где-нибудь... И в другом месте переночевать. Главное, чтобы было это где-то другое место. Пока что есть время. Немножечко сейчас пробежимся и осмотримся. Надо же знать, что нас тут окружает. Так, ну, зомбик встал. Заспавнился, зараза, прямо перед нами. Ну тут я воду вижу. Дофига воды.
Устаю я достаточно быстро, стоит отметить. Так, ну туда мы сейчас не пойдем, явно пойдем вот сюда в гору. Чтобы нам как-то веселее бегалось, давайте пиво бахнем. Блин, тут зомбиков повсюду. Они сейчас интересно так спавнятся, видели, да? Так он раз с земли встает. Прикольно сделали. Такой довольно интересный момент теперь. Так, а что у меня там по карте? Куда-то я, наверное, не туда бреду. Я хочу вот за эту гору заглянуть преимущественно. У нас вот есть машина, ее сейчас, наверное, лутанем и туда вот через гору пройдем. Кстати, можно машины поразбирать, у меня же гаечный ключ есть. Так, в машине нифига в этой. Опаньки, опаньки, курочка. Курочка, курочка. Я бы не прочь ее ухайдохать. Опа, подожди. Так, что-то походу, короче, курица куда-то пошла не в те места, куда бы хотелось. Ладно, фиг бы с ней. Перьев у меня пока хватает. Так, за мной никто не гонится, это радует. Давайте немножечко разведаем все-таки эту местность. Надо бы какие-то более серьезные города искать и так далее. Мне же в любом случае надо будет идти в город лутать его. Неплохо было бы найти. Нифига себе, тут остров. Так, кучка мусора. А, такое. Сколько у меня там юки хватит. Опаньки, крольчик. Еще один кролик, который дал по тапкам сходу просто. Ладно, я сейчас мясо не хочу брать, потому что буду слишком много ненужного внимания привлекать на себя. Я хочу именно что посмотреть. Есть ли тут чего хорошего. Так, вон там еще какой-то город. Такс. Ау. Окей, я успеваю тут немножечко перегреться. Давайте-ка мы сок юки забабашим, чтобы подостудиться. Че, пойдем в этот город? Мне там вообще будет безопасно, небезопасно ночевать-то. Эх. Я думаю, че бы и нет. В принципе. Может быть, там не так опасно. Может быть и опасно. В любом случае, наверное, стоит рискнуть и посмотреть. Давайте остудимся. Я все шмоток еще часть снял, чтобы так уж не разогреваться чересчур. Так, золотарник. Ладно, фиг с тобой. А вот дорога. А, преследует он меня. Эта дорога, по-моему, так и ведет сюда. Так, ну вот зомби на хвосте я бы не хотел бегать. Ёп! Идеально. Так, у меня шина есть, но она, правда, нифига не со мной. Ладно, немножко ногу поломал. Будем надеяться, это не особо критично. Так, минус, тварь. Время к ночи идет. Мне надо бы уже как-то подумать о том, чтобы тут как-то выжить. А это немножечко усложнилось за счет моей нерасторопности. Так, а шину я себе сам никак не сделаю, да? Медицина, шина. Ткани с собой не захватил. Так, так, так. Ну-ка. Опа. Шина сделать. И использовать. Все, окей. Жить буду. Сколько непонятно, но буду.
Погнали. Это время к вечеру, надо бы в город на какую-то крышу щемиться. Раз уж я решил тут прогуляться. Там еще он всякие зомбики. Ты прикалываешься. Тут же... Или типа на старые дрожжи, да? Сломал. Окей, надо было тогда с собой аптеку на всякий случай брать. Ага. Ладно, в любом случае я могу обезболивающее использовать. Так-с. По крышечку. Как бы мне шину сделать? Опять что-нибудь разобрать? Давай. Переработать. В принципе, одежды у меня много лишней. Будем считать ее лишней. Давай. Все, погнали. Погнали в этот город. Сейчас он у нас прорисуется, я думаю. Надеюсь, там собак не будет. А то вот если собаки будут, то это, конечно, жесть. В принципе, этот город недалеко от того города, в котором был я. Так, я могу еще обезболивающего захавать. Зомбики тут всякие лазят. Я так смотрю, довольно-таки много их. Время 7 часов, через 3 часа ночь, поэтому погнали скорее уже в город. Стрел у меня немного. Стрелы мне сейчас могут пригодиться, походу. Давай 20-шку еще. Чтобы были. Таблеточками закинемся. Так, поросенок, это, конечно, хорошо тебя захавать. Но, опять же, не хочу привлекать к себе внимание. Ты куда, блин, придешь-то вообще ни туда, ни сюда? Я тут так-то пытаюсь попасть как-то в город более-менее незамеченным. Ага. Не тут-то, походу, было. Ну давай, скотина, подеремся. Раз такой дерзкий. Все, что ли? Да. Как-то он занятно очень помер. Все, ниндзя стайл. Давай-ка в городочек зайдем. Это же город. Все верно, я понял. Домики-то тут есть какие-нибудь, куда я могу на крышу залезть? Пока что нифига домов не вижу. А как бы ночь встречать на улице — это не самая топовая идея. Опа-на! Да, тут все-таки какой-то город. The Brother. Кто-то там. Я так чувствую, я сейчас туда и полезу. А еще есть такое ощущение, что здесь бункер. Так, хавчик. Вот здесь вот тоже бункер, что ли? Так, интересно. Кто откуда? Так, 8 часов, 2 часа, нам надо успеть. Если тут бункер, то это хорошо. Я туда залезу, как бы потусуюсь ночку. Я не против. Надо только шустрее это все проворачивать, иначе меня тут шатают. Так, говнюк. Чует он там. Держи в ногу. Так. Черешню. Все, отъехал парень. Да, тут вход.
Все, давайте-ка заныкаем. Ё-ма. Ну, я должен успеть. Так, я что, пить хочу от таблеток? Да, у меня все попересохло, кедрини-фени. А воды-то я и не взял. Топчик. Юку. Юку делаем. Сок из юки. Не так-то и много могу. Походу, из-за таблеток у меня жажда нарисовалась. Это не самое лучшее, что могло произойти. Да, я хочу в бункер, однако. Однако, в бункер спрятаться, это, наверное, хорошая идея. Так, давай. Все. Пока что жажда меня мучить не будет в ближайшее время. Я же все, блин, бутылки-то понапотратил на различные приготовления пищи. Стоило это как-то учесть. Так, все, зарываемся. Давай мы тебя починим сходу, а то сейчас сломаешься. Самый неподходящий момент. Может, молоточком быстрее получится? А то времечко-то у нас на исходе. Я бы хотел все-таки здесь укрыться. Плюс, да, у меня есть деревянные каркасики. Есть еда. Но ночь мы тут точно протянем, если что, здесь еще пиво. Так, на 14-й день же там, да, народ притопает, веселая орда. Посмотрим, может быть, в этот город переместиться. Но это надо будет бегать туда еще за хламом всяким. Так, сели, погнали. Короче, надо сюда вламываться, а тем временем здесь заделать проход. Как нам это сделать? Как-то так, да? Да? Подожди. Оп, оп. Чтоб нам, если что, никто в спину не прокрался внезапно. Ну и хорошо, тогда я тут подраздолбаю это все дело. А думаю, на следующий день мы уже посмотрим. Ну давайте хотя бы, наверное, я зайду внутрь, а там уже посмотрим, как дальше пойдет. Что ж, уже, в принципе, так видно, что этот бункер копия того бункера, по сути, да? Значит, я то же самое, ну, может, не то же самое, что-то налутаю. Меня пока не палят. Но посмотрим на это уже в следующей серии. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.